Друзья, приветствую вас в нашей прекрасной кухне в гостинице Арарат Парк Хаят в ресторане Арарат. Сегодня я приготовлю вам армянское блюдо – бурум. В разных регионах Армении иногда называют дурум, бурдуч. Все, что заворачивается в лаваш, в Армении называется бурум. Сегодня приготовлю бурум по специальному моему рецепту. Поехали! Наш бурум готов. Сейчас будем пробовать. Слов не нахожу.